Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. Как избавиться от мышей без отравы, в общем. Как избавиться легко и просто. Сейчас я вам покажу, расскажу. Не нужна будет вам отрава. Переживать еще за домашних животных, чтобы, не дай бог, отравились. Не нужны вам ловушки, капканы. Вам нужно всего лишь одно средство, которое в свободном доступе можно купить либо в аптеке, либо на рынке у бабушек, дедушек. В общем, сейчас я покажу вам, расскажу, что сразу мыши покинут ваше помещение. Они будут бежать от него, как, я не знаю, как от огня, как от раскаленной сковородки. В общем, берем мы березовый деготь. Я в фикс-прайсе его взял. Так, и ватный диск, либо вату берем, либо губку можно взять. В общем, намочили и вот засунули вот в дырку. В дырочки засунули, там где дырки есть, можно засунуть. А если под гипсокартоном, то тогда со шприца пролить в тех местах, где возможно, там под плинтусом. Уверяю вас, мыши покинут ваше помещение и больше к вам никогда не придут. От такого запаха он именно панический страх вызывает у грызунов. Они покинут ваше помещение. Это проверено, испытано годами. В общем, обалденное средство. Запах такой специфический, неприятный, конечно. Но, тем не менее, он заполнит сразу отверстие здесь в дырку. И все, и они убегут от вас. Всем удачи, всем пока!